действительно можем с вами собраться, поздравить друг друга, вспомнить наших матерей, вспомнить о том, что мы с вами матери, бабушки, я тоже уже бабушка, и вспомнить о том, что есть такой день осенью, когда мы с вами отмечаем этот замечательный праздник. Действительно, все самое лучшее у нас от матери. Вообще все, что у нас есть, это в первую очередь мама. Не зря говорят, что матери – это наши ангелы на земле. Поэтому всем матерям я желаю счастья, здоровья. Действительно, чтобы вас не обижали ваши дети, а только радовали. И, конечно же, любили мужья. И еще не будем забывать, что у нас же сегодня замечательный повод. У нас День матери и финал конкурса «Супермама». Вот особенно хотела бы к этим замечательным женщинам, шести финалисткам, обратиться, потому что вы все не только умницы и красавицы, вы все не только ведете домашнее хозяйство, но вы все еще общественные деятели. Как сама общественный деятель женщина, знаю, насколько это тяжело все совмещать в одном лице. Знаете, как говорят, я сама, вот вы все сами, вы молодцы. И я внимательно следила вот за каждой из вас, очень рада за то, что вы вышли в финал. И очень сложно было выбрать, я думаю, жюри будет очень сложно выбрать вообще первые три места. Мне вообще было никого невозможно выбрать из шести, поэтому я для всех шести финалистов приготовила призы. И вот в конце с большим удовольствием, значит, вот они будут...